Школьныя канікулы заканчваюцца. Пасля летніх лагераў адпачынку сельскай мясцовасці і іншых месцах дзеці вяртаюцца ў горад, хутка ў школу. За 3 месяцы адпачынку ды небяспечнай эпідэмалагічнай сітуацыі вясной многія з правілаў дарожнага руху, канешне, забылася. Практыкі было значна менш, чым падчас навучальнага года. З пачатку года ў вобласці ўжо адбылося 36 дарожна-транспартных здарэнняў, у якіх 40 дзяцей атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці. Таму пачатак навучальнага года адзін з самых адказных перыядаў і для супрацоўнікаў дзяржавтаінспекцыі в области. Период проведения специального комплексного мероприятия, основной акцент делается на предупреждение дорожных аварий с участием несовершеннолетних. Уделяется особое внимание перевозке несовершеннолетних пассажиров в салоне транспортных средств. Также маршруты патрулирования инспекторов ГАИ приближены к учреждениям образования. Аб неабходнасці быць вельмі уважлівымі на праезнай шасцы і пры перавозцы дзяцей добра разумеюць і самі вадзіцелі. Да, неабходзіма автокресло дзецкае, которое должно быць хорошо зафіксировано, ребёнак обязательно должен быть пристёгнут. І я, как мама, это понимаю, потому что, ну, не дай бог, что, я могу ездить аккуратно, но на дороге всякое случается. Я вижу, много не ездят, я смотрю, еду встречи, никто не включает фары. Я просто забылся, я знаю, что перед 1 сентябрём и в конце у нас включается. А я даже за то, чтобы свет постоянно у нас был включенный. Потому что я дальнобойщик. Если едет машина без света, на нее внимания не обращаешь. Вот я по Европе езжу, по России. И желательно, чтобы свет всегда был включен на машинах. Это лично мое мнение. Працягнецца комплекс профілактычных мерапрыемстваў да 5 верасня. Да гэтага дня абавязкова ўключэнне бліжняга святлафара автамабіляў пры ўдзеле ў дарожным руху, інакш можа наступіць адміністрацыйная адказнасць у выглядзе штрафу да 2 базавых велічынь. Но самое главное и основная цель проведения данного специального комплексного мероприятия – это привлечь внимание общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма и включение ближним светофар. Вы подтверждаете, что вы не остаетесь в стороне от детского травматизма на дороге. Юрий Печур, Тиграна Копян, телерадиокомпания «Брест».